Тот, кто отказывается поминать своего Господа, Всевышнего и Благословенного, никогда не ощутит покоя в этой жизни. И это вредоносная жизнь для этого человека. Аллах Всемогущий, Он превелик, наказывает его во всем. И наиболее жестокий вид наказания – это наказание посредством того, что он любит. Потому как, когда человек наказывается тем, что ненавидит, он оставляет это. А если же он наказывается тем, что любит, то он не бросает это. Это и есть самый жестокий вид наказания. Его наказывают, а он настойчиво продолжает. Его наказывают еще, а он все равно продолжает. И он не оставляет это, пока не пожертвует самим собой, и тогда он гибнет. Среди людей много кто не наслаждается поминанием Аллаха. Упоминание Аллаха есть своя сладость. Как сказали некоторые предшественники, бедные люди, они ушли из этого мира, так и не вкусив сладость того, что наиболее сладостнее в этом мире. Его спросили, что же наиболее сладостнее в этом мире? И он ответил, поминание Аллаха Всевышнего и Благословенного. Ведь тот, кто не вкусил сладость поминания Аллаха, никогда не ощутит сладость этой жизни. Поминание Аллаха – это назначение сердца. Аллах пригрозил тому, кто отказывается от его поминания. У него беспокойная жизнь. Он наказывает любовью к женщине, которая не любит его и заглядывается на другого. Наказывает непослушанием сына, которого он любит. Для которого жертвует своим имуществом, самим собой, а сын все равно не любит его и ослушается его. Как сказал Аллах Всевышний и Благословенный, «О те, которые уверовали, воистину среди ваших жен и детей есть враги для вас, и посему остерегайтесь их». Не в том смысле, что эта враждебность будет проявляться только в смысле зла. Нет. Как, например, если он зарезал его ножом или застрелил и тому подобное. Нет. То есть это та враждебность, когда он принуждается не повиноваться Аллаху. Вот оно, наиболее жестокое наказание, о котором я говорил в начале. Он наказывается посредством того, что любит. То, что заботит женщину, это мирская жизнь. Она хочет все. А ее муж любит ее. Возможно, даже пожертвует собой ради нее. И объездит все страны мира. И погубит свою молодость ради нее.